Всем салют, это Суефа, шоу, где мы примеряем на себе различные профессии. Короче, в этом выпуске у нас есть две профессии. Одна тракторист, другая туроператор, турменеджер. Вон, я не знаю, как она называется. Давай сыграем. Но я не хочу быть трактористом. Я сразу, я говорю, для поля я не... Нет. А, все. Я рад проиграть. Ну, давай посмотрим. Ну, все, хотел быть трактористом, быть трактористом, а я посижу спокойненько в тихом, уютном кабинетике в хорошем кресле. Все, я пошел. Погнали. Всем привет! Сегодня я попробую себя в роли человека-менеджера, который предлагает различные путевки и отправляет людей отдыхать. Есть такая замечательная компания Live Tour, и они предоставили нам возможность, так сказать, попробовать себя в роли вот менеджера по туризму. Как это правильно? В общем, мы сейчас все это узнаем, разберемся, посмотрим. Может быть, кого-нибудь уже сегодня отправим в какие-нибудь солнечные страны. Давайте попробуем. Очень удобная штука, можно найти и вот их по таким стрелочкам. Давайте вкратце, вот в чем заключается работа туроператора. Ну, есть ли какие-то сложности, например? Ну, давайте, в чем сначала заключается работа? Турагентство. Турагентство, да. Ну и человек, который непосредственно сидит и предлагает все. Менеджер по туризму. Вот видите, я уже знаю два новых слова. На самом деле все очень просто. Нужно всего лишь приветливо встретить своего клиента, побеседовать с ним, выяснить его потребность, что он хочет, где он хочет отдыхать, каким составом, примерно с каким бюджетом. И уже по его запросу подобрать интересующий для него тур. Грамотно все оформить, отследить его вылет, если какие-то вопросы, оказать сопровождение туриста за границей и уже просто дождаться прилета, уточнить, как он слетал, все ли ему понравилось, и если все хорошо, то поблагодарить за то, что выбрали нашу компанию. Есть такое, что там компания, например, оплачивает отдыхи, чтобы люди могли прилететь, посмотреть, типа, и потом клиенту уже рассказать, вот, что лично они там были, типа, очень круто, или такого нет? У нас есть, туроператоры предоставляют рекламные туры, они по доступной стоимости, и как раз в этот рекламный тур и входит обучение нашего сотрудника, где собирается группа таких же менеджеров, руководителей. Они приезжают в определенную страну, которую выбрали для себя наиболее интересной, и смотрят большую часть отельной базы. Так, хочу у вас работать теперь, потому что надо ездить, летать. Самые распространенные направления. Как всегда, Турция, как только открыли, вот открыли бы Египет, был бы еще и Египет. Угу. Ну, а самая дорогая путевка, которая была вот, куплена? Ну, в среднем где-то порядка 500 тысяч. Это куда люди летят? Турция, не поверите. За 500 тысяч? Да, там есть очень хорошие, интересные отели. Куда такие деньги делят? Есть отели премиум-сегмента, которые выставляют очень хороший ценник, соответственно, и получается отдых-релакс. Ну, там, наверное, типа вообще все включено, наверное. Ну, там все включено, отдельные виллы, свои бассейны, фактически, как ты где-то снял шале в Турции. Прилетел спокойно, отдохнул, так же улетел. Остаться бы там жить, конечно. Лучше на Бали. Но все-таки выгоднее. Намного выгоднее брать раннее бронирование. Потому что, во-первых, у вас есть большой выбор отельной базы. То есть вы выбираете отель, какой вам нравится. Это если сравнивать с горящими путевками. Если мы смотрим горящую путевку, то мы выбираем уже из того, что осталось по отельной базе. Фактически горящие путевки формируются из остаточных мест на борту самолета. Я думал, горячая путевка, это потому что в отеле мы стоим. Нет, не всегда. Вы можете попасть даже так, что берете горящую путевку, прилетаете в отель, а у вас там овербукинг. Перенаселение. Перенаселение. Ага. Да, то есть резко заехала какая-нибудь группа туристов, и все, для вас просто места нету. Ну, все, получается, все зависит вот, максимально от самолета. Да? Ну что, всем здрасте. Мы находимся в поле. Это Шереметьевское сельское поселение. А здесь поля.
и ездят тракторы. Сегодня я покажу вам работу тракториста или комбайнера. Не знаю, как сейчас мы познакомимся с этой профессией. Погнали. Комбайнеры! Кто-нибудь! Вы где? Дайте порулить! Сейчас подъедут. Может, кто-нибудь приедет. Но у нас тут есть тележка. А в тележке кукуруза. Вот такая вот в мешках кукуруза. Расскажите, а сколько вообще лет вы работаете уже вот комбайнером? 7 класса, 25 лет. 7 класса? Да. Серьезно? Да. Ничего себе. Дед работал, отец работал. Дед покойничек работал. Вот это да. Я что-то думал, ну не так. А сложнее, чем обычный трактор? Да не. Просто самое, да? Я же водителем так работаю, вот на лето это зимой на КамАЗе. А были какие-нибудь курьезные случаи? Нет, таких не было, нормально. У нас не было. Чего не было? У нас не было такого, не было, не было. Значит, каждое лето вот так вот выбираете. Да, 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 да. А что мы сейчас сажаем? Кукурузу. Кукурузу. Ясно. А вот тот маленький трактор тоже? Да, там братишка. Ваш братишка? Да, родной. А, нифига себе. Он тоже летом на комбайне, вот. А сейчас зимой на тракторе ушел. Расскажите тогда о профессии, как вообще вот ваше утро начинается, что вы делаете? Ну, в смысле, как на работу прихожу? Да, да, да. Прихожу, путевой лист беру, приезжаю, вот, например, в данный момент беру путевой лист, медосмотр, все проходим, на вахте приезжаем в поле, смотрим агрегат. Помажем, посмотрим масла, это заправляемся, начинаем работу. Прежде чем куда-то залить, уже как обычную машину, поставил ручник, заглушил двигатель, если куда-то там лезть, надо под капот, чтобы никуда залезть. Если смотришь агрегат, агрегат должен быть всегда на подпорках. Все-таки, потому что железка, мало ли что-то гидравлика или что такое, цели безопасности. Поднял на подпорки на этот, потом полез смотреть, смазывать. Сколько стоит такой вот вообще агрегат? Вот это я не знаю, но много стоит. Не интересовались, не смотрели? Нет, не интересовался, не смотрел, но много стоит. Разводит сам. Это мы проверим в интернете. Да. Нормальный трактор, ну вот же кондиционер все стоит. Это трактор, у нас такой был, а у нас другого хозяйства забирали, вот буквально на полевые работы пригнали, из-за этого я тут чуть прибрался, там такой тракторист работал. Да, да, да. А вот, допустим, я захочу тоже стать комбайнером, что мне для этого нужно? Ну, хотя бы помощником поработать надо. Ну, сначала помощником, да, поработать? Да, 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 да. А помощник что делает? Смазывает, чистит, плывет так комбайн. Ага. Вот. Практически осматривает то, что помогает комбайнеру. Комбайнер там что-то налаживает, если он уже по комбайнеру. Вот. А вот педали вы не нажимаете? Нажимай, как останавливаюсь. Тут можно автомат, можно этот. Я нажимаю. Все понятно. Вот я думал, так. Это он ручной, ну сейчас на ручной газ поставил, он едет. Я определенно поставил ему ручной газ, он едет. Итак, приходит клиент, получается. Что мне нужно будет делать? Ну, понятно, здравствуйте, уважаемый милый человек, который приносит нам деньги. Вот. И хочет неплохо отдохнуть в солнечных странах. Спрашиваем, куда хочет. Так, куда хочет? Как обычно, не оригинальные люди. Да, они хотят. Так, в Турцию. Здесь можно открыть вот этот общий поиск, слетать, где можно сразу просто сориентироваться, где цена ниже. Здесь мы выбираем вот куда. Вылет, да, это? Выбираем дату потом, получается, да? В итоге в Марокко или? Не, в Марокко не надо, там дорого, походу. Здесь мы выбираем от какого числа до какого у него есть возможность. Он говорит, у меня, допустим, есть возможность вылететь на 10 дней, но для этого 18 сентября, это будет крайняя дата, 15-16, да, крайняя дата, когда я хочу вылететь.
Здесь мы выбираем количество взрослых. Если летят с детками, добавляем детишек один или два. Вот здесь мы видим сектор операторов, которых, по которым нам предложат цены. И вот это мы уже смотрим. То есть минимальная цена. Это минимальная цена на двоих человек? Или с на... ребеночком дали. А, уже с ребенком дали. Один ребеночек. 64 тысячи. Да, 64. Но пока мы вот это видим, мы видим только наименование отеля, его звездность, где находится первая линия. То есть вот здесь мы можем уже ориентироваться на то, что интересен, неинтересен. Если у нас идет основная задача выбрать регион, Алани, да, либо нам без разницы, нас сейчас интересует только стоимость, мы не заморачиваемся по региону, а смотрим, нам интересна первая береговая линия. А по факту вот все включено, это, ну вот... Все тебе там, и еда, и напитки получаются, да? Да, только местные. С утра до вечера, типа, да? Тоже можно смотреть ограничения у отеля. У кого-то до 10, у кого-то до 11, у кого-то до 12. Есть отели, у которых тоже самое все включено, но они только до 10 вечера работают. Ну, да, да, да. И плюс, когда ты идешь на дискотеку, у тебя эти напитки уже идут за дополнительную плату. А есть те, кто готовы предоставить до 12 плюс дискотека. А сделали ли в итоге прямой рейс в Нижнекамск в Турцию, да? Уже? Ну да, вроде. Да. Надо делать не только Анекс. Один, наверное, сидит там, уже себе тур куда-нибудь оформил. Полетит, наверное, куда-нибудь опять. Гоа! И так далее. А я вот тут в полях. Коврик вот так не оставлю. Держи, да, лучше да, еще так. Поближе. Сюда, да, немножко? Да, да, да. И выравниваю, да? Да, да. Ну вот так же, по-моему, нормально. Да, 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 вот так держи, вот так в расстоянии. Ага, все. Так, ну тут тоже надо за всем следить, да? Да. А как называется, кстати, агрегат сейчас? Грабли типа? Не, культиватор это, культиватор. Ну, что-то не прибавлять ничего сегодня? Ну, просто тут лодочка была, я подумал. Это тут скорость, скорость нормальная стоит. Вот чуть-чуть, может, еще газ маленький добавить. Вот это? Нет, нет, нет. Вот, вот, вот ручной газ. Вот чуть-чуть, чуть-чуть так. Чуть-чуть? Вот так? Да, да, да. Вот, нормально. Как бы, да? Но я нормально еду, посмотрите. Нормально, нормально, нормально. Вот кто бы мог подумать, что я буду сидеть в поле на комбайне. Это же комбайн? Трактор. Да, на тракторе, да. Пахать начал вообще, вот гусеничные гаражи были? Какие? Гусеничные. Ну да. Так он трактор во втором классе уже пахал. Офигеть. С отцом. Отец всю жизнь водителем, механизатором проработал. А я вот не знаю почему, но мне очень хотелось всегда прокатиться на тракторе. Может это с детства, вот я любил трактора, да? Вот как у меня племянник тоже любит. И может мне поэтому как-то хотелось. Интересно. Есть еще больше, по-моему, да? Есть. Чуть левее. Они как-то подразделяются, но, да? Чуть левее. Даже езжать, по-моему, на обработанную же землю. Да. Вот так. Вот сейчас правее выравнивание. Вот так вот, примерно, такое расстояние. Ну, виляет у меня, виляет. Мы не привычки еще. Да, да. Колеса все-таки здоровые. Так, а как останавливать? Так, вот так же нажмешь и вниз его. Сцепление выжмешь. Выжать, да? Да, да, да. Нажимаем. Вот вниз, вниз, вниз и туда. Все. Все. Все, вон ручник. Ручник попал, все, да. Все, газ туда, обратно. Куда, куда? Да, да, да. Ну, может, до конца. Он не заглохнет. Сейчас придет какой-нибудь клиент, наверное, будет сложно, потому что я ничего не запомнил. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. У нас сегодня открытие, можете угощаться вкусняшками разными. Меня зовут Рустам. Я типа менеджер сегодня. Вот вам повезло, вы сможете сегодня улететь, например, отдыхать. Хотите сегодня вы хотите отдыхать или не сегодня?
Сегодня? Давайте начнем с того, что какое направление вас интересует, да, и, может быть, есть какая-то некая ценовая категория? Вот, Мне интересует пляжный отдых с детьми. Турция? Да. Стандарт? Так, а дата примерно? Это лето будет или сейчас, или, может быть, зимой? 16 июля. 16 июля. Так, вылет с Казани или Нижнекамск? Желательно с Нижнекамск. Да, вместе с ним. Вот. А что такие цены дешевые? Так. Сейчас, секундочку. Может быть, все-таки в Иштирякове? У меня там есть нормальный дом. Там своя, все свое хозяйство и недорого. А горки? Горки? Горки только зимой там. И снегом, и делаем там. Отлично, вообще покатайтесь, вообще будет супер. Это же бассейн. Бассейн. Озеро. Есть там отличное озеро, песчаный берег, не галька. На озере отличный песочек. Как вам? Нет? Как с напитками? Напитки, молоко, кефир, все домашнее, все свежее. Все вот будет идеально. И самогон. Он инклюзит все. Или все-таки Турция. По каналу, ладно. Итак, а можно подсказать мне, почему такие цены маленькие? Что происходит? На какие даты? Июль. Я там вбил двое взрослых, двое детей. Извините, я просто учусь еще, только сегодня пробую. А, нужно включен, да? Если нам нужно посмотреть тур без перелета, допустим, клиент где-то приобрел уже билетики, то можно спокойно выбрать наземное обслуживание, где будет трансфер и медстраховка. Либо оплачивать компанию перелет. Итак, в итоге вам нужна первая береговая линия, наверное, да? А как отдых? Все-таки больше купаться и лежать на солнышке или путешествовать и смотреть разные экскурсии какие-то? С детьми неудобно. Неудобно. Согласен. Ну, с учетом того, что у вас двое взрослых, двое детей, это где-то в районе 137-150, так примерно. Ну, опять же, есть разные отели, где больше направленность на отдых именно с семьей. Есть где больше различные клубы, вечеринки, тусовки. Есть где, ну, как бы, как сказать правильно, город более такой интересный в плане различных экскурсий. Вот это все вот будет, в общем-то, от этого зависеть. Но это вам скажет Екатерина, потому что я ничего не знаю здесь. Оказывается, сложно работать менеджером. Надо знать все отели, у меня такое ощущение, потому что я ни разу там не был. А что хотите получить от отдыха? Лежать. Просто пляжный отдых. Никуда не выходить, лечь, лежать, спокойно пить, кушать, отдыхать. И для детишек наверняка, чтобы все было верно. Я называю это тюлень пать. Совершенно верно. Вот просто. Если мы с вами не отталкиваемся от бюджета, то могу вам порекомендовать Concordia Sales Resort, который находится в Алане. Это береговая линия, очень интересный отельчик. Небольшая территория, всего лишь 4000 квадратов, в чем вы получаете преимущество. Не будет очереди в столовую, а это очень важно в разгар сезона. То есть, когда вы идете с ребеночком покушать, вы понимаете, что вы пришли, спокойно покушали, и развернулись. Да, и вы показали, что можно посмотреть. Вот посмотреть. Вы пришли, спокойно взяли все блюда, покушали, и не нужно стоять лишний раз в очередях. Так как у вас ребеночку 14 лет, в этом отеле уже ваш ребенок идет как взрослый. Соответственно, у вас цена идет из расчета трое взрослых и один ребенок. Акваэробика присутствует, шикарный шведский стол. Захотелось с ним поехать. Так красиво рассказывается. Ох. Нет, на самом деле, я вот честно скажу, ну не так просто это оказалось. Понятно, что можно найти время, вбить там даты, время, перелет, типа выбрать какой-то город.
ну, там, поставить 5 звезд и типа все включено, но по факту ты понимаешь, что этого мало. Да? Ты все равно должен знать отели, должен знать, что там происходит, даже площадь откуда-то знаете отели. Будет там сполтотворение, людей много-немного, какие-то лужайки. Ну, действительно, во всем этом надо разбираться. Это, наверное, не один год. И все-таки прежде, чем выбрать какой-то тур, ну, реально надо довериться профессионалу, да, как человеку, который совершенно тебе адекватно расскажет, куда ты едешь и что ты там получишь. Да, не так, что давайте, и вот как я набрал цифры, типа, вот есть за 150, полетите. А что там вообще есть в эти 150? Ну, картинки я могу показать. Это я умею, да. Угу. Вот, смотрите, пожалуйста, отличный отель. Где вот это, например, да? Да. Вот картинки могу показывать. Вот моя работа в этом может заключаться. Как видите, ну, еще есть такое одно из заблуждений туристов, когда они считают, что могут выбрать на самом деле по отзывам. Но опять-таки есть очень много разных отзывов. Отзывы ведь могут быть заказные. Вот, это сплошь и рядом, в общем-то, сейчас в интернете. Вот также могут быть отзывы от недовольных клиентов, которым просто, допустим, настроение не было. Настроение не было. Поехал отдыхать без настроения. Все. А можно мало очень алкоголя хорошо было, и поэтому он расстроился и. Возможно. А можно очень хорошо отдохнуть и в троечке, и в четверочке. Вопрос того, зачем ты туда едешь, насколько тебе. Поэтому интересно. Я все-таки предлагаю вам, вот все, кто смотрит эту программу, обращаться к профессиональным туроператорам, правильно, да, и менеджерам, турагентам и менеджерам, да, которые реально смогут создать полную картину того, что куда вы поедете все-таки отдыхать. Тем более, если вы, и тем более, если это с детьми, то ну, надо очень скрупулезно и, так сказать, совершенно серьезно верно подходить к этому делу. Это мы там где-то можем перебиться, потерпеть, а дети так не смогут. Поэтому, друзья, Life Tour – это вот как раз для вас. Светлана, ну, в общем-то, мы вам максимально, наверное, много дали информации. Я думаю, что есть из чего выбирать. Как, вот, может быть, уже сейчас есть какие-то вопросы или уже вы определились? Да, очень интересно. Мне даже понравился один вариант. Хотелось бы обсудить это с мужем, потом прийти. Хорошо, мы всегда открыты, приходите и заказывайте. В общем-то, я думаю, что более детально мы уже там расскажем вам, как это будет, как будет проходить ваш, в общем-то, отпуск. Хорошо. Все, спасибо большое, до свидания. До свидания. Я не знаю, смог бы я так работать, ездить туда-сюда, туда-сюда. Мне кажется, это не для меня профессия, но посидеть за трактором было очень интересно. В такую прекрасную погоду в данный момент трактор 1523, сельхоз, машины зацеплены, плантер. Сеем кукурузу. Как видим, заполнили. Сеем кукурузу на силос. Вот. 5,6 захват у сеялки. 25 гектар за смену даем. А почему она красная? Протравленная от насекомых, чтоб не ели ее. Вот, это протравленная сразу. Идем по маркеру, чтобы ровно было. В одну сторону идем, один маркер отпускаем, обратно разворачиваемся и другой маркер отпускаем. Вот этот маркер. Это маркер называется. Поэтому у нас, видишь, один раз, если ровно проезжаем, тоже все, идем просто по следу по своему, по маркеру. Вот. Она чертит, и все. А сколько вы лет вы уже сеете, ну, работаете вот в полях? Ну, с 90-х годов. Где-то, наверное, лет 16. Даже с 15, наверное, помощником начинал еще. Это тоже так же, тык-тык-тык-тык-тык. Ну, по чуть-чуть, да? Да, поштучно. Вот. Отсюда и до сюда, допустим, 8 штук должны есть быть. Вот, там коробка передач есть, насколько. Если на зерно, то реже, на силос почаще. Вот, она вот вентилятором прижимает зерно в диску, привод идет отсюда, и это начинает ложить зерно. Чик-чик-чик.
круто. Вот система. Вот так, так. А вот эта вот дребезжалка, она выравнивает землю, как вы видите. Все, что было посеяно красным трактором, в итоге вот так вот закапывается, опять же, этой техникой. Особо времени нету у трактористов со мной тут сниматься в видео и так далее. Поэтому я надеюсь, я хоть вкратце чуть-чуть дорассказал вам об этой профессии. Ну и давайте встретимся с Джином, узнаем, как у него дела там. Кать, на самом деле, так получилось, что не получилось нормально поработать, потому что у клиента было очень много вопросов, на которых я реально не мог дать развернутый ответ. Ну а вообще, вот как в роли менеджера по туризму, как правильно? Менеджера по туризму, да. А ты мне очень понравился в роли нашего сотрудника, потому что ты очень позитивный, жизнерадостный и энергичный. Это одни из главных составляющих для сотрудника турагентства. Потому что самое главное – услышать клиента и задать ритм общения. Ну а научиться этому несложно, достаточно 3 месяцев, либо пары поездок в рекламный тур. Ничего сложного. Я думаю, у тебя все получится, приходи к нам. Ну тогда отправляйте меня. Я хочу вас работать, я хочу в рекламный тур. Катя, спасибо огромное, очень было интересно, действительно познавательно. Я реально думал, что это легко. Я думал, что я делов там найти тур, как бы, ну, кликнул. Даты, кликнул, сколько там сумма, выбрал и поехал, как бы, да. Оказывается, надо действительно очень много знать. И не такая уж и профессия оказалась легкой. Вот, кажется, вроде сидишь, ничего не делаешь, балдеешь, как бы, да, выбираешь там людям туры, отправляешь их отдыхать. Но реально надо уметь общаться, уметь слушать, вот как вы сказали, уметь правильно предлагать. Поэтому, ну, действительно, сегодня было очень познавательно. Спасибо вам огромное. Да. Спасибо. Короче, сложная работа оказалась. Ну, так сказать, да нет, подожди, давай так. Не типа надо было прям руками там, ох, там, пахать, носить, что-то бегать, прыгать. А, ну, умственно надо все знать, надо все запоминать, надо людям как-то посоветовать, как-то войти в их положение, там, и по деньгам, и по желаниям. Ну, короче, ну, не так, что взял и начал работать. Надо прям годика два. Но не будет такой работы, Джим. Какой? Делай ты прям просто, и все просто. Будет. Какая? Пришел вот, например, этим дворником. Что, вообще, надо там, да, учиться, что ли? Ну ты тоже скажешь, блин, сложно там. Блин. Ну там сложно физически сложно там. А тебе что? Мне очень понравилось. У меня был супер крутой трактор, такой здоровый, там кондиционер. Понравилось тракторист? Да, ну это круто реально. Че? Ну это круто очень. Че делать-то? Ничего, я просто ехал. Там даже на педаль мне надо нажимать, просто крутить этот... Барабан. Тебя инопланетяне забирали? В смысле, не надо педаль нажимать на комбайне? Ну это супер техника вот такая теперь у нас. А сажать кукурузу и всякие там разные семена. Все, если вам понравилось, друзья, как Альтер был комбайнером, я турменеджером. Блядь, до сих пор не запомнил, как правильно профессия называется. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Колокольцы, как есть. Колокольчики. Да, жмите колокольчики, чтобы не звенели ваши колокольчики. И ждите следующий выпуск, обещает быть очень-очень интересно. Да, друзья, вы же многие уже видели, а не будет. Check it out.